по национальности, по языку. Мы все жители Республики Молдова, русскоязычные, болгары, молдаване, мы один народ. И если они преследуют цель напугать, надавить на меня, это не получится. У меня еще тот стальной гагаузский характер. То, что сейчас идет на нас, и я уверена, что после 20 октября мы избавимся от этой желтой чумы, которая сейчас работает против жителей Республики Молдова, а только руководит миллионерами. Практически все депутаты парламента от ПАС за несколько лет стали миллионерами. Это по официальным данным мы видим, по декларациям. А по неофициальным данным мы представляем, что они имеют у себя в имуществах и в богатствах. Мы благодарим вас за искреннюю поддержку. Со вчера до сегодня прошло немного времени. Мы с Евгенией Александровной, и не только мы, еще и вы, ходим сюда как на работу уже. К сожалению, в ускоренном темпе нынешняя власть с помощью судей пытается быстрее запустить механизм наказания. Какое наказание и за что, мы до сих пор с Евгенией Александровной не понимаем. Благодарим вас, что вы с нами. Благодарим, что мы все едины. Низкий вам поклон от нас и от Илона Мироновича. Спасибо коллегам, которые нас поддерживают. Нам с Евгенией Александровной пора идти. Еще после заседания увидимся, и мы расскажем вам новости, которые сегодня будут проходить в заседании суда.